Ё-моё, Людка, они их чем-то обливают. Где же полиция? Полиция, Андрей! Здравствуйте. У нас двое заложников, мужчина и женщина. У нас там внутри камера, значит... Вооруженные люди вдвоем захватили. Смотрите, вот записи с камер внутренние. Требуют денег. Понятно, понятно. Старший лейтенант Кузнецов. Двое захватили в заложники. Вот смотрите, камеры внутренние. На помощь! Помогите! Помогите! Где находится приблизительно известно? Ну вот, получается, за окном. Вот если за этим окном смотреть, они прямо за ним находятся. Все, съемку прекращаем. Ребята, отойдите. Отходим! Все. Жива, цела? Да, испугалась? Группа оперативного реагирования за считанные секунды проникла в галерею и освободила заложников. Теперь злоумышленникам грозят обвинения сразу по нескольким статьям, а Матвеевым есть чем обратиться в суд. На пол, лёд!